Что вы там? Живете потихоньку, блядь? Да живем, что нам будет-то? Нас на закуску, походу, оставили, блядь. Сколько можно там сидеть уже? Да ебануться, блядь, Дима, ты, сука, просто не представляешь, блядь. В земле, нахуй, столько жить, я в ахуе просто. Еще и ладно, когда тишина, блядь. А когда эти пидоры стреляют, нахуй, оно над головой летит и падает в 200 метрах, ты такой, блядь, ну это хуёво. Потом вылазишь, стреляют, блядь, свои, нахуй, и тоже кладут от тебя в 200 метрах, нахуй. Ты им по рации, вы чё, ебанутый? Они говорят, там невозможно, мы не можем так близко стрелять, блядь. А пацаны, да, прикалывали, там, блядь, кто-то друг друга перехуярил, свои же, там, замес какой-то был недавно, блядь. Да, этот, блядь, два разных батальона, блядь, заходили, блядь. Одни с одной стороны, блядь, леса, другие с другой, нахуй, вечером, блядь. Связи не было, похуярили друг друга, долбоёбы, блядь. Это пизда, просто российская армия меня удивляет, нахуй. Сидим, блядь, пацаны сейчас по госпиталь будут уезжать, нахуй, у кого какие болячки, нахуй. А у меня, бля, я хуй, какие болячки мне искать, я в душе не ебу, нахуй. Чтоб отсюда съехать. А уже хоть ебаться оттуда побыстрее, сколько там сидеть. Да вот хуй, блядь, надо поехать, может быть, когда-нибудь кардиограмму сделать, у меня с сердечком хуёво, блядь, постоянно, нахуй. Может, кардиограмму что-нибудь покажет, нахуй. Ну да, ну у меня племянник вообще срочник, и то сидит, хуй его знает, никто не знает, где он, блядь, срочник. Нет, ему, знаешь, сколько таких, нахуй, только контракт подписали, блядь, месяца два прошло, блядь, их сюда отправили, и они сидят с квадратными глазами, блядь. Блядь, заебал миномет наш, нахуй. Село, блядь, перед нами стоит, нахуй, они его целый день ебашат, нахуй. Там 3 человека живет, нахуй, село, блядь, с лица земли стирают, нахуй. Пока оба какие-то кардиограммы делают, съебуйся оттуда, хватит. Ну да. Нашему командиру сюда, который типа наш командир, пришла бумага, чтобы нас выводить, еще в марте. Ему вообще поебать, нахуй. Потому что если нас убрать, надо кого-то сюда поставить, нахуй. Потому что здесь сразу все нахуй снесут, блядь. А он, блядь, некого ставить, нахуй. Да дай бог, чтоб вывезли побыстрее. Тогда я уже заебался здесь сидеть, нахуй. Причем, Дима, чтоб ты понимал, блядь, за 90 тысяч в месяц. 90 тысяч. Да я ебал за такие деньги тут сидеть, нахуй, гнить, нахуй. Нахуй надо. Батальон потихоньку рассыпается. Кто хочет съебываться, нахуй. Ну, комбат, ну, у нас это сказал, а тут одна дорога выезда. Пулемет у нас есть, нахуй, заряженный уже стоит, нахуй. Он говорит, я выйду на дорогу и начну, говорит, поливать, нахуй. Если вы съебываться начнете, нахуй. Блять, кассеты полетели, ебаный в рот, нахуй. А, нихуя не кассеты, фосфор, прикинь. Знаешь, что такое фосфор? Фосфор — это хуёво. Ядовитое.